Для Самана Хамзатова грэпплинг – сравнительно новый вид спорта. Им он стал заниматься лишь с прошлого года. До этого спортсмен увлекался вольной борьбой. Но несмотря на разницу в стилях, Саман превзошел все ожидания тренеров и занял первое место на чемпионате Азии по грэпплингу весовой категории до 77 килограммов. Говорит, в первом бою был на грани поражения, но воля к победе и поддержка близких взяли верх. Ну, мне на болевой попал, я думал, неужели я проиграл. Ну, что я скажу друзьям, вот такое вот было, конечно. Все надеялись на меня, хотели, чтобы я выиграл. Также мой тренер Саша Хван тоже переживал, звонил каждую минуту. Говорил, что, как там. Вот так, короче. Помогло, да? Да, помогло мне. Еще один боец, вернувшийся с чемпионата Азии с наградами, Эмиль Акчульпанов. Спортсмен представлял наш город сразу в двух боевых стилях – панкратион и грэпплинг. Как итог, серебряная и бронзовая медали соответственно. По словам тренеров, ребята впервые участвовали в соревнованиях международного уровня, но это не помешало им добиться высоких результатов. Да, первый раз, да, что у нас чемпион Азии, призер Азии – это очень хороший результат. Карагандинская область вообще хорошо себя показала на этом турнире. Многие стали чемпионами и призерами. От города было двое, да, и двое стали, как бы, 100% результат. На достигнутом спортсмены не намерены останавливаться. Теперь призерам соревнований предстоит отстаивать честь страны на чемпионате мира, который состоится уже в сентябре. Искандер Байкенов, Дмитрий Полянов, новости Темиртау.